Всем привет, с вами. Сегодня мы будем делать тычковые ножи с помощью 3D-ручки. Вот она, кстати. Есть несколько цветов вот этого пластика. Я выбрал из них и всех. То есть вот желтый, серый, красный, зеленый, светло-зеленый, темно-зеленый, розовый и черный. Я из всех этих цветов выбрал серый и желтый. То есть этого цвета у меня будут ножи. Ой, чем я буду делать лезвие? Оно будет желтое. То есть я его уже вставил. Теперь надо подождать, пока оно нагреется. Ну вот нагрелось, тут загорелась такая зеленая лампочка. Надо теперь дождаться, пока это все выйдет. Начинаем делать. Как бы первое начну лезвие, как я уже сказал. Но лучше, мне кажется, надо было начать с рукояти. То есть, ну, сначала мы обводим по контуру вот это все, потом закрашиваем. Я так сделаю сразу все четыре лезвия, потому что переставлять с желтого на серый это как бы долго. Заполняем постепенно лезвие. Ну, вот так вот получилось. Есть. Так, нажали на эту кнопку один раз. Она сама вытаскивается. Ждем. Все, вытащили. Убираем ее куда-нибудь. Опа. Первый раз так вижу, чтобы вставлялось. Берем серый цвет. Регулировали скорость на максимум. Пускай идет поступление. Сейчас главное дождаться, пока выйдет. Это идет какой-то зеленоватый. Ну, это нормально, что там остается цвет. Главное, что там чисто серого, то есть, чтобы он был схож вот с этим, цветом, который я туда поставил. Ну, вроде более-менее. Чего себе, сколько я тратил. Да, вот он, чисто серый. Так, это можно убрать. А можно и не убирать? Теперь, как бы я обвожу, потому что, чтобы не влезать за края. Вот. Теперь вводим внутри то же самое дырки. Ну и теперь заполняем таким способом.
получилась одна сторона. Да, чуть-чуть неудобно держать. Сейчас я сделаю вот эту сторону, и их надо скрепить будет. Такие две детали. Их теперь надо вот так сложить и склеить. Один точковый нож готов. Ну, вот такие получились у меня точковые ножи. Да, я понимаю, что не совсем идеальный вариант, но все-таки. А так, всем до свидания, всем пока, с вами.